Любовь вчетвером два. По мотивам Пинкалы, бегущей с волками. Настоящая женщина – это женщина-близнецы. Неразлучные, похоже, так, что не различишь. Тебе кажется, что ты узнал ее, свою женщину. И вдруг она поворачивается к тебе совсем другой стороной. Кто это, восклицаешь ты? Та, которую я узнал, это нежная, любящая, кроткая, терпеливая, покорная, готовая к послушанию, верная и лучистая. А ты? Ты кто? Дикая и необузданная женщина, знающая много неизвестного, интуиции подобна зверю, готовая выпустить клыки и когти в момент опасности, не боящаяся ни рождения, ни смерти, несущая в себе вечность и глубину. Дикая, первозданная женщина, полная страсти и жизни. Корми их поровну, советуют старые нуаки. Не обижай ни одну из них. Настоящий мужчина – это близнецы. Успешный, рациональный, скрывает за собой брата-близнеца, дикого, первозданного охотника, крадущегося в ночи на внешних сторонах стопы, охотящегося босиком, чувствуя мельчайшую дрожь земли, подкрадывающегося незаметно и стремительно завладевающего добычей. Вижу, из твоих ботинок проглядывают голые ступни. Прими себя такого, не запирай в подземелье. Ты хотел знать, что такое настоящая любовь? Ты хотел испытать ее в своей жизни? Ответ, который ты ищешь, это любовь вчетвером. Любовь вчетвером.